Что, пацаны, сумасшедший гол залетел вообще невероятным образом, но сегодня мы с вами договаривались об ударе через себя, но, признаюсь, здесь очень жестко, здесь очень много шишек болезненных, и я, к сожалению, сейчас не в самой лучшей акробатической форме, поэтому удар через себя будет, но немножко лайтовым образом. Ну это изи, пацаны, первая попытка сразу же, но я не зря забивал на ВТБ. Друзья, сегодня был, к сожалению, последний челлендж. Мы уже завтра утром рано отчаливаем в Москву, поэтому спасибо, что следили за этой рубрикой. Давайте напоследок 600 реакций, чтобы мне было приятно. Все, пацаны.